Так, тут какая-то жесть. Ничего не видно. Скажи ему, чтобы ослабил, я пройду туда. Ну, судя по вот этому крючку, то это Морден крючок. Да, и Морден. А кто там вверху стоит? Вверху отойдите оттуда. А им пофиг. Юля, подойди сюда до ямы, пожалуйста, рядом. Слушай, а если так прямо пойду, я найду их или нет? Да, да. Я думаю, что мы тебя попадем. Иди по запаху, морда пахнет характерно. Тут жесть какая-то. Иду прямо к участникам. Пока никого не видно. И вроде я не проваливаюсь еще. Почти как на УАЗе. Так. О, куда-то вышел на правильную. На правильную траекторию я попал. О! Так, тут Нива еще. Не, ну вы по протоптанному там все могут ходить, слышите, блин? На все готовое. Вот и Defender. Красивые кадры. Да, все попало в кадр. Турман холодный, да? Какой, в Ниве или в Defender? И то, и то. Там пилот холодный, а там штурман. О, блин. Исполняют по полной программе. Тут серьезный автомобиль. Внедорожник, через блок они там лебедят. Красавец! Борьба идет. Можно сейчас тебя вытянуть. Весы. Иди в обратную сторону. Глянь, он уже в воздухе. Ну, Ниву не повредили, все нормально. Нива, цепляйся за Defender, будете первые сразу. Да, на финише обойдешь. Так, тут. Ряд канадцы, а? Да, канадцы молодцы. Сборная, блин, не хватит. Не шутит, да? Чёрт, бей кору в машине, давай. Кору забыл, ну как можно без коры? Серега, как ты без коры вышел? Ты за хлебом с корой должен ходить, елки. Ух, и бросают. Ты видел, какая точность? Это вообще канадцы... баскетболисты, наверное, в прошлом. Да, канадцы. Четкие. А куда он бежит? А куда он бежит? На первое место, наверное, бежит. Не-не. Там где-то дерево вон. Вдалеке. Что-то сантрак бросил кто-то. То зритель бросил какой-то сантрак или нет? А, не, он на крыше был. Это они его отвязывали. Я думаю, что они на крыше делали так долго. По крыше, да. Шоунер. Шо? Трос поправим ему туда, поправим ему туда трос. Сантраки пошла. Саша, отойди лучше. Отойди, Сань, отойди, Саня, Сань. Отойди сам лучше. Не, пошел нормально. Лево руль, Дим. Еще зад надо вытащить. Хорошо. Сейчас деф пойдет. Это нас не было. Ваня, Ваня, Ваня. То с горы с пенсионеров сыпется. Так, приехали еще две машинки. Да, тут. В воде, да. Ты
вперед пусть подъедет, можно ж попросить его. Скажите ему, пусть вперед даст, елки-палки. Зачем же мучает Ниву бедную? Да, да. Мы такие. Так, все тут собрались, все участники. Смотри, что зубы делают, да? Без очереди. Да, тут нормально, зуб. Сейчас момент, когда нам электрик, а мы... А ну стой, подвинься. Подвинься, друг. Все в одном кадре, это вообще шок. Пока бокал культурно стоял в очереди. Львовские тачки его обходят. Вот, Лёнь, кстати, вот у ребят вроде якорь, как у нас. От Егора суицида. Да, точно, точно. Такой же. Только лопата. А не, лопата тоже средняя. Есть больше, да? Да, есть больше. Наверное, в Невошопе. Да? А там все поясняется. На Нивоклубе все показано, да? Да. Как якорем пользоваться? Да. Ну так у них патрули, откуда они про Нивоклуб могут знать? Они принципиально не зайдут на это. Надо популяризировать YouTube-канал. Серега, быстрее, Серега, блин. Давай! Что говорит? Гвоздика? Да. Гвоздика. Смотри, тут какой-то вариант еще интересный. Да. Тоже с якорем. Тот же якорь? Нет, другой, у них нет, свой. Нет, другой. Вариант похожий, но другой. Так, интересная траектория. Битва лебедок и якорей. Смотрите, что творится, просто красиво. Ну вот он на сухом. Вправо надо уйти. А вправо? Ну можно? А вправо едут. Едет паровоз. До Сахалина дотянет. Решение было правильное, он сейчас поедет. Красавцы просто, просто красавцы. Оффроуд — это не только конкуренция, но и помощь друг другу. Такого нигде нет. Так, ребята, молодцы. Траектория правильная была. Так, а что там в земле у них? Якорь. Пошли, красавцы. Через блок, правильно. Да, борьба серьезная. Лидеры оторвались. Четко идут. Ого, лебеда. Вертикалка, двухмоторка. Нормально. Так, а там жесть продолжается с Паджеро первым, с 33-ми багерами. Но ему очень сложно. Это его только второй, наверное, круг. Да, сумел он выбраться. Очень сложно ему, очень сложно. Но машина держится, ребята борются. А желтый уже здесь. Игорь до сих пор здесь. Что-то пошло не так. Это спуск с дамбы. Есть уже материал, можно продать. А, и клёпки уже там есть. Да, и клёпки есть, всё можно продать, говорят. Смотрите, как лебеда работает. Иду там, выезжай первый сегодня. Подлога, вы сбросьте, я посмотрю, если подойдет материал. Да.
ты сначала хот-догов дай, может, и хот-доги какие-то плохие нам будут. Да, мы же не найдем тебя потом. Пока мы будем есть хот-доги, ты будешь перекинь давать. Но сколько хот-догов мы съедим, столько ты перекинешь. Я ем долго. Я долго. Уже раскатали. Ого, какой песочек. Отходите, мужчина. Очень уверенно и спокойно. Остается немного времени до закрытия трассы. Минут 10, наверное, может даже меньше. Хватает якоря, да? Игорь сидит жестко. Пока не получается. Это штурман тяжелее, чем на RFC. Посмотри, что делает. А что не якорь, не все время лебедки? Там, короче, патруль все-таки решил спасти Toyota, похоже. Не получается. Да мы же снимали машину. Привет. Удлинитель. Пойдут за дерево. Сел у Игоря аккумулятор. Ему уже третий день плохо тому аккумулятору, естественно. Сел еще один удлинитель. Игоречек, что опять пошло не так? Сказал, что 1200 баксов, сказал он, зарабатывай. За фонарь? Фонарь и плюс бочина, ну все я. 1200? Это недорого. Да? Впереди это тоже он? Конечно. Не, спереди это ваш браток. Уже время, да? Время закончилось. А что с зеркалом? Все, ребята, показали. Да, доработаны машины до ума. Вообще в натяжку. Тихо. Так, каталажка едет. Сейчас она спасет тебя опять очередной раз. Так куда хочешь быть провода? Да он тебя вытянет сейчас так. Вань, сюда не вытянет. Не, вот сюда. Да он тебя как тузик сейчас вырвет, блин. Все, дэх выехал. Все, время закончилось. Поборолись не по-детски.